Здравствуйте! Все смеются над моей дикцией, я тогда буду говорить со своим акцентом. Приветствует вас пионер Мария! А сейчас вы посмотрите небольшие клипы. В Монреале появится прекрасная возможность смотреть наши новости в большом... На большом... Ладно, ничего страшного. Видите, укринка? Учиться, учиться и еще раз учиться. Какое правильное выражение. Однако, сколько трудов стоит, я уже не знаю, что я читаю, потому что написано неправильно. Чего это читать должна? Из 10% Британской Колумбии и Квебеки. А теперь немножко статистики. Тем более, что просматривая статистику, посещение Москвы, Рига... Интересно, сколько... Серьезно? Начинаем. Интересно, сколько русскоязычных людей творчества осел в Канаде? Ну... Подожди, давай, да. Момент, плиз. Почитаться нам. Окей. На прошлой неделе в Монреале прошла выставка еще одной нашей соотечественной. Сосредоточься. А что там за точечка какая-то красная? Где? Вот, смотри, надо мной прям. Вот посередине. Ты в камеру смотри. Вот посередине. Это на экранчике значочек, что он записывает. Это на экранчике, а вот тут. Доброе время суток. Ну, не было никогда там. Ладно, все, да, сосредоточься, значит, мы здесь будем 150 лет. Какая кнопочка? Я не вижу, какой кнопочки. В телевизоре? Вот! Это что такое? Это записывает то, что он записывает. Встречал один чайник с другим и говорит. Это чайник Мария. Чайник Мария. Сегодня мы приедем в нашей чайниковой студии для таких же чайников, как вы. Так, все, сосредоточились. Так, иди. Как бы я смотрела. По оценкам статьи... Так, все, прекрати. По оценкам статистик Скеннеда, поскольку экспорт на юг был затруднен, февральская забастовка уменьшила всеобщий мировой доход. Вот видишь, я сейчас прямо молчал. Ну конечно, я же вижу, как ты дышишь. Как ты видишь? Так, все, сосредоточься. Ты смотришь меня. Упс. Максим. Подожди, я смеялся. Все, приговор. Да? Максим, ты читаешь журналы? Все было. Читаю, не читаю. Давай. Готов? Это лучше моего пошла. Так. Максим, в прошлый раз ты говорил, что читаешь на один журнал меньше. Да, я прекрасно об этом помню. Представь себе, теперь та же участь постигла и меня. Слушай, мы два раза, мы смотрим друг на друга, только вот так вот. А и ничего. Представь себе, ну, как бы, во-первых, камеру выключим. Давай, читаем. Только... Представь себе, что мы разговариваем друг с другом. Ты понимаешь, этот диалог нас как... Максим. Максим.
прошлом репортаже из России мы узнали, как там борются с контрафактной. Я заменила контрабандной. Контрафактная мне не нравится. Мне тоже там фак есть, но что могу делать? Ладно, тихо. В прошлом репортаже из России мы узнали, как там борются с контрафактной. Я там уже говорю. Потому что ты мне вот об этом сказала. Ладно, тихо. Ну как, ребята, вам нравится? Макс? Здравствуйте. Меня зовут Максим. Давай, залезай. Узнаем о нем от президента Союза Дани Гутенберга. Это становится уже обыденным, но сейчас новость опять о забастовках на железнодорожной дороге. По крайней мере, забастовки, как на железнодорожной дороге. На железнодорожной дороге. А что это сказать? На железнодорожной дороге. Слушай, я тоже не заметила. Я тоже там сказала. Этот выпуск... Согласно данным Canadian Real Estate Association, Мария, а что бы ты сделала, если бы выиграла? Мне выбили все зубы. Мария, что бы ты сделала, если бы выиграла в лотерею 1 000 000? Отправилась бы в кругосветное путешествие. На огромном и красивом лайнере. Ну, конечно же, нет, на вертолете. Господи, вот дура. Два британских летчика совершают полет вокруг Земли. Устала я, ну что ты. Звездное небо на эту неделю. Ну небо, блин, возьмет рассказ. Приделать. А что я когда сказал? Я сижу на своем доме. Я сказала, звездное небо расскажет. Да. Только не мешай мне думать. Итак, Максим думает. А мы с вами переходим к советам звезд. Ну, 0,1% и поднялась до 300... Блин, вот эта цена меня... Я не могу прям. До 343. Согласно данным Canadian Real Estate... Ну и все. Согласно данным Canadian Real Estate Association, И maxriga.com. Я убедилась, что с каждым днем наш... Ну что, ребят, вам понравилось? Максим? Здравствуйте, меня зовут Максим. Я! Бай! Выдающие дети... Нет. Ну вот такая я. Выдающиеся... Нет, чмокнула. На квартал подействовала необычная трудная зимняя погода в Западной Канаде в течение января и февраля. Остановка работы с... полицейская. Слушай, ну знаешь, я... Давай, Бог, такая там, вам понравилась, мне бей. И потом... Нет.